Кое-где снег еще лежит. Остатки снега. Вот около елочек. А я иду по дорожке. Скоро мне предстоит сворачивать в этот лес. Вот такой вот лес. Труднопроходимый лес. Посмотрим, что там. Это первый выход в 2023 году. Тяжелые обстоятельства не позволили мне раньше сходить в поход, хотя я очень хотел. И вот, наконец, праздничный день, накануне Пасхи, я выбрался на природу. Иду по дороге асфальтовой, в резиновых сапогах, потому что в лесу может быть очень влажно. Пилы ждут своего часа в рюкзаке. Я взял обе пилы, и силки, и бахко. Все взял, и мачете взял. Будем заниматься тестированием в условиях, приближенных к реальным. Потому что скоро уже великий поход. Конечно, все в воле Всевышнего, но надеюсь, он позволит мне сходить в поход. Очень надеюсь. Вот так вот. Все падает. Вот так. Вот бужа, сильно разлилась.
Там рыбаки чуть подальше сидят, жгут костер. Но я тоже буду, только чуть попозже. Пробрался через лес. Там, конечно... Ну, что говорить, снег был, завалы. Тут тоже дрова есть. Вот, наконец, я спустя много месяцев тут. На Боже. Набрал воды. Сейчас немного передохну. Кстати, надо посмотреть, что там с картошкой-то. В том году еще оставлял на пеньке. Ни следа не осталось от картошки на пеньке. Кто-то все-таки съел. А нет. Вот она. Вот она. Какая стойкая. А вот предмет еще один. Это железяка. Я ее все время вешаю на дерево, кто-то снимает и сбрасывает. Так продолжается уже много лет. Повешу снова куда-нибудь. Нечего сбрасывать. Ну вот, обзор. Обзор всего, что я с собой привез. Ну, начнем слева направо. Вот лежит лучковая пила. Два полотна, деревянная конструкция. Ну и тут же спиннинг рядом с ней в чехольчике. Потом повербанк. Затем солнечная батарея. Потом коврик терморест. Нилайр экстерм. Дальше спальный мешок. Вот в этом чехле зеленом пила силки, мачете, маленькая пила, про которую я потом еще расскажу. Дальше веревка. Это центральный колод палатки. Конденсатник лежит, вот этот белый пакетик. Колышки для палатки, черный хлеб. Там внутрянка лежит маленькая. Палатка, позади нее плавленый сыр. Здесь черный хлеб. Ну, это продолжение этого кола. Печенье. Там заготовки для супа. Лук, картошка, сырки. Сушки. В коробочке рыболовные снасти. Это посуда. Кастрюля, миска, заварочная. Приспособление, чайник с радиатором, экран, тапки, калоши. Там вот майонез, еще рисовые носки. Конечно же, тут лежит у нас радиоприемник, рюкзак, разделочная доска, ну, какие-то веревочки. Вот, собственно, и все. Этого более чем достаточно. Сейчас телефон подзаряжу, буду ставить палатку. Солнце еще есть. Лес солнечный. Очень хорошо, что я выбрался. Вот все имущество. Попилить тут есть что. Там в лесу много дров. Там река. Там около костра, где будет костер, бутылки стоят с водой. Одна чуть лишилась крышки. Непонятно. Вот, костер, видимо, начнется с этой ветки. Ну, а потом дело пойдет интереснее. Вот там сколько их. И так вот весь лес. Пили не хочу. Можно... пилить, пилить. А вот здесь, возле этого дерева, стоят колышки, которые я использовал для палатки. Такие деревянные. И вот тут вот
много лет гниет топор, который сломался у меня как-то зимой. Ну, пусть себе там он вырастает, как память. Вот нехитрый набор. Нехитрый набор походный. Буду палатку ставить сейчас. Поставлю. Ну, а потом посмотрю, что. Пилой займусь, наверное. Пилением. Тут есть что попилить. Есть. И вот это дерево, красивое. Его я, конечно, пилить не собираюсь. Оно достопримечательность. Вот мачете. Собираюсь я немного перекусить. Хоть и рановато. Но взял с собой яйца. Сейчас чуть-чуть перекушу, а то с утра только поел. Поставил палатку. Уже мачете использовал, порубил ветки. Зашибись. Это то, что надо. Скажу я вам, друзья, я заказал в Златоусте изготовление кастомного мачете себе из стали У8А определенной формы. Ну, я вставлю потом чертеж. Очень хочется такое мачете кастомное. Ну и вот этот нож я, конечно, заточил. Он бреет. Хороший нож. Очень острый. Ой, яйца. Вот волосатые. Все как по фэншую. Ой. Яйца у меня... Вот с чем. Это рыба. Сам я посолил рыбку красную. На распродаже купил. Так-то без распродажи это дорого простым людям. Я-то простой человек. А с распродажи можно иногда. Рыба это жирная. Куда драгоценная рыба? Эх, жирная она. Соленая очень. Сам солил. Мускатный орех добавляю немного. Вот. А для мачете сделал вот такие ножны. Вот оно как выглядит. Это разделочная доска. И вот эти вот специальные для кожи такие двойные заклепки. Нагрел немножко, согнул, придал форму. Ну, а здесь сделал люверс, чтобы есть что крепить.
держится прекрасно, ничего не шумит, не болтается. Вот, очень удобно. Всем рекомендую так делать. Вот. Вообще хороший материал, пластик, для того, чтобы ножны делать. В отличие от кожи, он воду не впитывает. Гидрофобный он. А река разлилась. Ой. Но, конечно, уже убывает. Убывает она. Вот часто сплавляться самое то. Ой, мне кажется, там рыба перемещалась. Надо спиннинг скорей. Скорей спиннинг надо. Скорей, скорей. Может, что поймается. Так, это я в тот раз очень больно крупных нарезал. Сейчас их помельче попробую. Может, пальцы все не отрезать. Вот так. Нички-то. Вот. И одно там останется. Вон, у меня майонез еще есть. Сейчас перекушу. Перекушу. С яйцом вот рыбы. Вкус. Рыбу я солю так. Очищу ее, кожу там сниму, мясо само кусочками нарезаю, добавляю крупную соль, чуть-чуть сахара, мускатный орех. И так оно где-то стоит часов 10, не знаю, может меньше. Да как? Хотя это, конечно, плохая примета — брать рыбу с собой туда, где есть возможность ее поймать. Но я, скорее всего, ничего и так и не поймаю. А если поймаю, то будет чудо. Ну и вот. Как раз тут осталось немножко. Вот. Превращает нашу жизнь в деликатес. Майонез. Рыба-то кончилась, мало ее было. Такой рыбы много не бывает. Ну, еще предстоит мне собрать лучковую пилу. Два полотна я взял. Да. Вот. Лучковую пилу надо будет собрать. Силки есть. Еще там одна, типа японская пила маленькая. То есть отжима, то ли еще какая-то. Так. А вот этот нож, как выяснилось, он не из углеродистой стали. Я поначалу расстроился, такой думаю, как же так-то. Еще прилип к нему желток прилично. А его надо протирать, чтобы он... Это какой-то быстрорез. Что-то легированное.
Потому что, как я выяснил, я его хотел заворонить. Ну, ржавеет он, типа оксидирование сделать. Заворонить горячим способом. Как топоры воронят. Ну и другие как бы изделия из углеродистой стали. Сунул в раствор, а он хоть бы что. Ничего с ним не происходит. Как бы его остроту на чем продемонстрировать, я не знаю. На чем его продемонстрировать? Можно попробовать на палочке. Бумаги нет у меня тут, чтоб резать. Вот. В общем, сильно острый он. Бреет. И не тупится. Ну так вот, опустил я его в окисляющий раствор. А он не чернеет. Тогда я бихромата добавил туда. Ну так, слегка стал сереть. Ну что делать? Надо по технологии как для нержавейки. Ну и раствор щавелевой кислоты опустил. Он вот такой вот стал. Прям черный почти. Значит, это какая-то легированная сталь. А что такое легированный ржавеет? Ну, вероятнее всего, быстрорежущая. Как R6M5 там. Вот такого рода. Ну, точно, конечно, я не знаю. Спуски я его улучшил вот этим вот алмазом. Специальный напильник покупал. Долго мучился, но улучшение спусков сказалось положительно. Очень острый. Будет им рыбу удобно расчищать. Ну а мачете вот так. Тоже я его оксидировал. Вот тут эти спуски, все. Тоже оно бреет. Вон. Волоски острые. Острый предмет очень. И мне понравилось, как оно рубит сухие еловые ветки. Очень хорошо рубит. Удобно рубит. Вот. Крепится вот таким образом на с помощью фаста такого. Чтобы можно было снять оттеножные легко. И убрать. Вот так. Очень легкие, очень удобные. В общем, это всем рекомендую такую технологию. Мачете маленькая. 12 дюймов, как раз вот под большую разделочную доску. Ну, а если у вас больше мачете, какой-нибудь там 14, 18, это 26 еще дюймов, как у меня есть, тогда труба. Лучше всего вентиляционная труба из белого пластика. Вот самое то. Холодно, кстати. Чтоб сейчас поделать такое, то ли попилить, то ли спиннинг собрать. Вот люблю я в походе вот эти дилеммы, то ли пойти пилить, то ли спиннинг собирать. И то очень хорошо. Очень. Река, кстати, быстро течет, прям видно течение. Чай из Ташкента, чай номер 110. Узбеков беру. Там мясо продают, халяль. Прихожу, говорю, мне чай. А они знают уже, откуда там достают. Вот, говорят, эй, брат. Все люди братья. Узбекские братья чай хороший нам доставляют. Зеленый чай. Костер надо делать, конечно. Костер.
все надо делать. Ну, ловить сейчас на спиннинг. Эх, хотя весной вот на селигере ловилась щука, как раз под вечер. Интересно, что тут будет, поймается ли? Не знаю, не поймается и не беда. Давай. Красота. Здесь елочки маленькие растут. Несмотря на то, что пасмурно, небо, ну не пасмурно, а солнце заходит, это еще немного заряжает. О, как там, 95%, короче. И вот рум-тур по палатке. Вот, сначала обойдем ее с разных сторон, посмотрим. Я сделал растяжки, потому что ветер был. Я думаю, сделаю на всякий случай, а то еще сорвет. Тут вот ветка есть. Для костра она пригодится. Шишки, ой. Печь в этот раз я не брал. Налегке, так сказать. И вот палатка. Тут рюкзак лежит, кое-какая снедь. Вот, и что ж тут внутри? Маленькую взял внутрянку. Ну, вот такую цельнотканевую. Только сверху небольшая там сеточка. Ну, это ничего. А внутри... Вон, подушечку я нашел такую. Внутри коврик терморест. Под ним лежит коврик Эва. Ну и вот там вот спальник и конденсатник. А флеймскрит вот этот вот маленький. Тут носки. Ну, в общем, вот ничего тут больше нет. Вот тут я буду спать. Комаров сейчас, насекомых никаких нет. Ничего нет. Вот как она крепится. Вот это для печки вывод. Проходной узел. Вот здесь вот она вот так крепится. Ну, в общем, как придется, так и крепится. Вот здесь вот продукты. Сушки лежат, хлеб. Все, что необходимо. И вот вид из палатки вот такой. Хороший вид. Дерево тут есть, река. Ветер временами. Кстати, ножны для мачете не мешают присаживаться, что-то делать, потому что достаточно длинная подвязка там. Вот. Наверное, сейчас вот этим займусь делом. Спиннинг, пила. Есть сейчас пока не хочу. Надо костерок устроить. О, солнце заходит. Что на заходе солнце, рыбка какая. Меня порадует. Не только меня, но и мачете. Я же думал этим мачете рыбу разделывать. Ну, уже разделывал, в принципе. Только покупную. Удобно. Вот. Вот она, Бужа. Прекрасная река. Ну и вот общий вид лагеря. Моего. Костровое место есть. Там вода стоит. А вот там палатка. Ну, в принципе, ничего не должно упасть. Сейчас пойду заготовлю дров. Там я уже с помощью мачете нарубил. Упавшие там, ну, в общем, упали сосны, елки.
сухие, жук подгрыз. Вот, я мачете там помахал чуть-чуть, порубил такие хорошие сухие ветки. Все это в костер пойдет. Ну, ребята, я вам скажу, мачете — это вещь. Вот жалею, что раньше не пользовался. Очень, очень удобная штука. Вот посмотрим, что в Златоусте мне сделают. Знаменитый город. Там оружейники. Амосов там, Алианосов, как его, который Булат сделал. Был такой мастер. Может, сделают мне хороший инструмент. Буду им рубить ветки. Ну и бразильский тоже неплох совсем. Вот, батарея все еще заряжает. В общем, мачете — это вещь стоящая. А там вот кабаны в той стороне бывают. Уж там заросли дубов и много желудей. Ну, конечно, отсюда дуб я не повезу. Да и время неподходящее дуб собирать. Вот как хорошо палатка стоит. А то все дуговые, дуговые. Не, вот. Вот, легкая, вместительная, очень устойчивая, очень универсальная для печки, пригодная. Но есть свой нюанс. Конечно, надо знать, как ставить. Понимать надо, соображать, где ставить, что ставить. Дуговые тоже имеют свое применение. Но, на мой взгляд, все же пирамида, она несколько лучше. Ох, какое же дерево. Вот такие вот места тут. Вышел я покидать спиннинг немного. Но ничего не поймал.
пора уже костер устраивать, а то сейчас холодно будет. Вот такие вот дерева. Вот такие. И дубы, и березы тут есть. Может, сок попробую чуть-чуть добыть березовый. Вот чем такое пилить, например? Кроме двуручной пилы, ничем не распилишь. А здесь такие вот озера. Тут, видно, все затапливалось. Или вот дуб, скажем. Вот он каков. Ну, чем такое пилить? Даже вот эти вот. Это мак, ну, не знаю, катанобой какой-нибудь. Большой, метровый. Вот. Головешки какие-то. Тут пуджок, что ли, что-то. Вот. А вот такие вот веточки, их вполне можно с помощью мачете рубить. Я в этом убедился. Вот такие вот. Они часто в лесу встречаются. Мачете меня вдохновило. Прям хороший инструмент. Хороший. Вот. Или вот такой вот тоже дуб тут растет. Вон там много дров. Тут с дровами нет проблем. Полно. Вот сейчас я буду как раз заготавливать. Ну, не здесь, поближе. Это я вдоль реки прошел так немного. Покидал спиннинг. Не поймал, ну и что? Или вот, например, великан лесной. Ох, каков. Дуб. Тут и сухие находил дубы. Ну, а это вот елка. Все это надо знать. Чем дуб от елки отличается. Не все это знают. Какие дрова лучше. Как они горят. Тут затапливало прилично. Там вот брусника уже видна. О, как течет. Довольно быстрое течение. Сейчас сплавляться самый кайф. Было время, я бы на покрафте бы. Там вот озеро. Когда-нибудь я все-таки сплавлюсь по ней. Когда-нибудь, я верю, придет такое время. До озер до этих доплыву. И дальше. Может, до самой Оки. Были бы силы. А то встретил сегодня в поезде человека. Ну, постарше, конечно. Но видел у меня рюкзак, говорит, вы что, турист? Я говорю, ну да. И он такой, я вот тоже туристом был. А теперь диабет у меня, ноги болят, не до туризма. Вот тут какие затопленные есть озера. Про топоры с ним поговорили, про пилы. Он все разбирается, канадский зуб, как там пила лучковая, как все это делается. Вот. Все он знал. Говорю, ну а что ж, выходите хоть в лесок. Он говорит, нет, не могу, ноги болят. Были и когда-то и мы рысаками. Вот, навело это меня на мысль, что надо пока жив, пока есть здоровье, ходить в лес. Вот муравейник. Такой вот он. Птицы поют. Вот везде я здесь кидал, кидал спиннинг. Но счет ничего не поймалось. Ну, уже поздно, 6 часов. Вот. А сейчас мы подойдем с вами к такому месту, где мачете использовалось. Вот. Смотрите, друзья.
Вот столько лежит деревьев упавших, их не было раньше. Тут жечь не пережечь. Вот я ими займусь, наверное. Пилить тут одно удовольствие. Вот, ну вот, скажем, вот чем вот такое вот пилить? Ну, толщина его, ну, 40 сантиметров, наверное. Может, ну, 35, я не знаю. Чем? Большой пилой, лучковый, длинный, может. Ну, попробую бигбоем попилить. Такие вот, конечно, это не проблема. Вот это все я мачете перерубил, все ветки. Особенно хорошо рубить ветки, которые на весу находятся. Топором их только под основание можно ударить, чтобы вот зацепился в результате за какую-то ветку резинкой от штанов. Там внизу есть резиночки такие, надо что-то делать с ними. Ну, когда в сапогах, то это не важно. А когда так вот в тапках я хожу, вот таких вот калошах, вот зацепляется. Вот здесь вот я поработаю, попилю. Тут уже кое-что, вот я их нарубил. Такие сухие ветки, сухие. Мачете берет ток в путь. Покажу потом, как это происходит. В общем, ребята, имейте в виду. Имейте в виду. Мачете, трамонтина, ну или какой-нибудь другой там, какой вам понравится больше, от ручей. Течет река, течет ручей. Вот. Такие тут вот тоже встречаются деревья. Там их тьма. Ух ты, туманчик начинается уже, похоже. Что-то гудит вдалеке. Красивое небо. Эх, как же давно я не был на природе. Какое-то счастье. Ни с чем не сравнить. Сейчас буду костер разводить. Пилу лучковую настрою. Вот только думаю, какое полотно. Может, по-сухому поставить. С зубьями. Сейчас решим. Что-то там вдалеке гудит. Вот, а палатку-то надо закрыть. Да и солнечную батарею, пожалуй, убрать. Уже толку не будет. А закрыть палатку надо почему? Просто все. Дело в том, что да, зарядка уже не происходит. Темновато. Потому что конденсат будет. Вот, поэтому надо закрыть. Сейчас я закрою. Ну, роса может выпасть. Не конденсат. Роса. Сейчас я прикрою тут все. Ну, хотя бы внутреннюю. Тут-то пусть все выпадает. И буду делать костер. Погреюсь хоть.